Итак, мы начинаем этот влог отсюда. Сейчас есть 4 часа 47 минут, и мы идем на поезд. Давай, погнали. Так мы не войдем, все, поехали. Мы приехали первыми. Поводок где ты? Там. Это Болдва? Да. Куда мы едем, Назар? Назар как бабушка, просто, знаешь, у него такой... Я вам шехну про тебе. Кто? Поздоровался с кем? Так, мы на улице, время 4 часа 50 минут, автобус уезжает в 5:06. Там кто-то нас много сейчас ноет, да. Меня жестко кроет. Сейчас мы должны встретить наших... Сейчас мы должны встретить наших друзей. Йоу. И потом едем на главный набережный, как всегда. А потом едем на гору Снежка. Да. Видите, как наша выглядит жизнь, Чехия в 5 часов утра. Неожиданно красиво. Неожиданно, да. И о, холодно так. Ну и пошли, выкидывай мусор. Выкидывай мусор и идем. Аномалия со светом. Аномалия со светом, видишь? Посмотри, моргает там. Аномалия. Аномалия, аномалия, аномалия. Моя жизнь. Вниз. Ты что, натачишь? Натачим. Пошел нахуй. Говори комментарий на русском. Итак, Паша дает пас Златану Ибрагимовичу, Златану Ибрагимовичу, а понял одного, другого, уводит на изящном повороте, и удар, гол, 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 гол. Толковый комментарий. В общем, мы договорились с друзьями, но так там получилось недопоминание, недопонимание. Они уже 20 минут нас типа ждут. Не, кто-то на Луков сегодня мимо. Вообще никого. Короче, я не знаю, что-то мы зря, наверное, спешили, потому что у нас еще 13 минут до автобуса. Постоим, пообщаемся в 5 утра на остановке. Мини-версия горы. Едем у Кунратинского леса. 5:07, все по графику. 2:04, утика. Мы целый день не сможем нормально полезть. Ходом, ходом. Выступаем, конечно, доставка. Йо, я сегодня оператор. Давай комментарий. Все офигенно. В общем, в целом, да. В общем, в целом мы приехали на Ходов. Да. Вот видите, как это выглядит ход. Девочки, хоть мы не забыли там? Не, не забыли, вон они идут. Все, не забыли. Пошлите, пошлите. А Ходов даже, видите, в 5 часов утра подсвечивается. Непонятно почему, но подсвечивается. Паша, это ты уже эту серию снял? Не, это только ожидание начало. Ожидание на остановке. Новый сезон. Серия 633. Серия 633. Долго едет автобус. Хочется сделать сипувку. Что сделать? Харакири. Сипувка это что? Сипуко. Сипуко? Йо. Правильно. Разумим. А знаешь, в чем прикол? А. Что харакири – это резать живот, а сипука – это живот резать, поэтому два раза слово, но одно и то же значение. Вы знаешься в японщине? Троху. То есть и махр. Борец. Никого в метро нет, да. Вообще, кроме нас. Ну мы работяги. Я всегда могу... Мы работяги идем... И... Вот смотрите, ребята. Приехали в Чехию, сейчас идем в 5 утра на завод. Да. На ровник, ребят, на ровник.
Арман должен себе купить билет, потому что у него еще нет билета. Нет, 6 минут. 6 минут это другая. Так, а мы едем. Фу, там дают на табличке, да? Вообще кончено. Вообще, напугали нас вообще. Все бы заруинилось. Лайфхак. Выход на главный надрыв будет. Сумасшедший, походу. Может, это просто работяга. Понимаешь? Он устал с ночной смены с завода, едет. Да, после смены бухания. Смены бухания. То есть это много людей в вагоне. Пошли туда, Сон. Едем в Вышеград. Мы вступаем вправо. Что-то мы как-то слегка очкуем, потому что несмыслисты, где находится это. Автобусная остановка, потому что мы впервые, типа, едем автобусом с главного Славни надрыжи. Ну, я думаю, мы должны найти это. Думаю, да. Мам, имеем 20 минут в запасе. Там вот ночь. Вон. Все, уехали. Чё на подними? Короче, мы приехали. Так мы приехали вообще быстро. За 10? Сколько сейчас? 15 минут. 15 минут, видишь, ехал. А вы говорите 20. Ну, так 15 минут. Изи. Ну сейчас? 20 минут, мама. Слушай, я еще никогда не ездил. Я даже не знал, что здесь искал. Я никогда не видел это. Я всегда по лестнице ходил. Невезучий, Паша. Серьезно? А там не было знака не читать, Паша. А все ходят. Все ходят по лестнице со мной всегда. А социальная? О, главный надрыжи ночью. Где Равиль? Да. Так, Равиль там, по-моему, не? Где? Что ты хочешь? Найти друга. Он весь в черном. Где Равиль? Мы нашли уже друга. Разногласий партии? Партии нет разногласий, да. Никаких большевиков и меньшевиков. Опа, мы приехали, так. Сейчас нам нужно подняться наверх. А, лифт? Вау. А мы туда все войдем? Войдем. Давайте. Вот прикол, если мы сейчас все тут застрянем, да? Короче, мы все не вошли в лифт, поэтому мы поедем по эскалатору, а они по лифту. Мы перейдем сейчас. Да, и сюда. Пиздец, блядь, мы не перейдем здесь. А нам не надо переходить. А здесь не открыто разве? Выход выдло. Наверное, дальше. Подожди, а где выход? Во, выход, во. Так, ну и смотри, получается вот та остановка, да? Короче, это наш автобус. Ребята, почему вы нас заставляете нервничать? Мы ехали по эскалатору и приехали быстрее. У нас сейчас на другую сторону, мы тоже эскалатором. А где Вика, Миш? У них идет два трамвая, которые должны были приехать, не едут. Не едут? Да. Что?